Казахстан направил гуманитарную помощь Афганистану, жители которого пострадали от землетрясения. За сутки в трех мегаполисах страны оперативно были собраны медикаменты и палатки вместимостью до 1200 человек. Все это было загружено в самолет Национальной гвардии. В городе Герат груз ожидают казахстанские спасатели, которые ранее вылетели туда для оказания помощи по спасению людей из-под завалов. Сопровождением и координацией по гуманитарному грузу занимается подведомственная организация Министерства иностранных дел. На заседании правительственной комиссии было решено, что помощь также будет направлена по железной дороге. Груз около 16 тонн. Основную массу занимают палатки, но около 6 тонн груза это у нас медикаменты. Это жаропонижающие, противовоспалительные, антибиотики, все нашего казахстанского производства. Железнодорожным транспортом будет отправлена еще гуманитарная помощь, это уже будет продовольствие. Эта помощь идет от народа Казахстана.